в нас больше... Любопытные данные озвучили специалисты Комитета избирателей Украины. Они сравнили показатели 4 городов из разных частей страны и выяснили, Одесса – один из лидеров по привлечению горожан к вопросам управления городом. Найбільший рівень використання всіляких інструментів залучення громадян був зафіксований в Луцьку. Це 23,3 бали від 31-го, що, в принципі, можна оцінювати як достатньо високий рівень. В Одесі оцінка практики залучення становить трошки більше 20 балів, на третьому місці посів Чернігів з 17 балами і Сєвєродонецьк з практично 15 балами. Уверенное второе место Одесса заняла и по показателям практики информирования, консультирования и активного привлечения горожан к управлению городом. Вместе с этим специалисты отмечают позитивную тенденцию электронного взаимодействия горсовета с одесситами. Появилась другая хорошая форма – это обсуждение проектов решений, электронное, что позволяет повесить именно проект решения в форму и предложить гражданам высказываться в отношении него. Специалисты комитета считают, что такие инструменты нуждаются в дальнейшем развитии и распространении среди большего количества одесситов. Правда, есть проблемы, свойственные всем городам-участникам исследования. Зачастую воплощение идей общественников натыкаются на бюрократию. И Одесса, увы, не исключение. Свои рекомендации активисты передадут в горсовет уже в самое ближайшее время.